Рико, каковы, по-твоему, нравственные различия между гражданином и негражданином? Гражданин лично ответственен за безопасность государства и готов пожертвовать ради него жизнью, в отличие от негражданина. Так написано в учебнике. Но понимаешь ли ты это? Веришь ли ты? Не знаю. Ну, разумеется, нет. Итак, на что конкретно пойдут эти деньги? Мы хотим открыть ресторан. Понимаю. И какое у вас обеспечение? Покажи! Лазанья в мясном соусе, отменные макароны в томатном соусе с базиликом, равиоли с моцареллой в мясном соусе, баклажаны, фаршированные пармезаном, а на десерт ватрушка. Обычно она пышнее, но мы ее на дно сумки положили. Вы все арестованы. Сэр, я не соображу. Какой толк от этих ножей в ядерной войне? Надо ведь только на кнопку нажать. Не стрелять. Приложить руку к стене, молокосос! Чем помочь? Чего? Чем могу помочь? Чего? Чем могу помочь? Чего ты орешь? Мы к мистеру Хилхерсту в гости. Следующий, Янки. Внимание! Я много требую от вас, но и даю немало. Вот пиво! Ура! А вот вам забава. Развлекайтесь, это мой приказ. Ах, паршивцы испортили мою лучшую драную рубаху. Ладно, тебе они еще дети. Не дети, а черти. Особенно Брэдли. Он и есть зачинщик. С ним надо держать ухо востро. Поверьте мне на слово. Быть может, нас Бог наказывает? Помнишь, как мы измывались над няньками? А настоящие вампиры были! Погоди, они нам еще покажут. Там находится ваша смерть и моя победа. О чем он думает? Он боится. Ему страшно. О, да. Моя мама вырастила не такого дурака. О, черт. Лучше бы я остался в Майкрософте. Здесь должно что-то быть. Диджей! Почему ты без формы? Ведь внутри здания враги мира и свободы! Ты что, совсем свихнулся? Это наш босс, враг мира и свободы. А эти люди пришли для того, чтобы остановить его. Так что давай, сматывайся. Генерал Байзен? Плохой человек? Но почему ты тогда служил ему? Потому что он заплатил мне целое состояние, дубина. Тебе заплатили?